На заседании правительства Тверской области обсудили реализацию инвестиционных проектов. Сейчас в Верхневолжье осуществляется и запланировано более 70 инвестпроектов с общим объемом вложений более 200 миллиардов рублей. Тему продолжит наш корреспондент. На прошедшем Петербургском международном экономическом форуме Тверская область заключила 16 соглашений на сумму более 50 миллиардов рублей. Это проекты в сфере информационных технологий, машиностроения, пищевой промышленности, производства стройматериалов. Планируется создать около 30 тысяч новых рабочих мест. Региональное правительство предлагает инвесторам льготные условия, в том числе возмещение процентных ставок по кредитам, возмещение затрат, связанных с реаллокацией IT-компаний и льготные займы. Кроме того, в Тверской области создают электронные реестр инвестпроектов региона. Работа ведется масштабная, и, конечно, это направление привлечения инвестиций, оно зависит от очень серьезной командной слаженности, командной работы. Прежде всего, это наши главы муниципалитетов, которые будут принимать активное участие в этой работе. Второе, это возможность ускорения процедур по выдаче разрешительных документов. Сейчас в регионе начинается новый этап развития иностранных предприятий. Это расширение производства смазочных материалов в Торжке, локализация производства компонентов для изготовления подшипников кассетного типа, а также запуск линий по изготовлению кофе в Калининском районе. Кроме того, на заседании правительства было анонсировано создание промышленной площадки «Юность» в Твери, которая будет готова принять не менее 4 производств. Обсуждается создание высокотехнологичных предприятий на территории нового технопарка «Юность», потому что там много жилых зданий, большой очень жилой массив, поэтому там будут работать только или создаваться только высокотехнологичные предприятия, которые не загрязняют окружающую среду, не производят шума. Продолжается создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Имаус» и инновационно-промышленного парка «Торжок». Развитие особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Завидово». В этом году начнется развитие туристического кластера «Селигерия». Лидерами по реализации инвестпроектов Тверской области стали Тверь, Торжок, Удомельский, Бежецкий, Калининский и Конаковский районы.